Саш, ну где ты? Я еду уже. Ну ты еще час назад обещал. Человечек позвонил. Говорит, что сын некоего Александра Белого. Как же ты сейчас похож на своего отца. Все-таки удивительна способность вашей семьи Белого искать приключения на собственную задницу. Вытряси все и ставь на нем крест. Он просто не понимает, что он делает. Я должна его остановить. На нас охоту открыли. Я хочу понимать, что происходит. Держитесь, парни! Ты сюда зачем приехал? Я знаю, кто был мой отец. Белый жив. Валите всех нахрен.